Здравствуйте. В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. За ними будущее. Глава Чувашии встретился с лучшими юноармейцами Чувашии. Преступление и наказание. Верховный суд Чувашской республики поставил точку в нашумевшем деле автолюбителя Сергея Белова. Сила и изящество. В Чебоксарах открылся чемпионат России по тяжелой атлетике. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с председателем контрольно-счетной палаты республики Светланой Аристовой. Обсудили итоги проверочных мероприятий за первое полугодие 2017 года и основные направления деятельности палаты. Так, к примеру, в Ибресинском районе были выявлены процедурные нарушения при заключении контракта, а в Урмарском – факт нецелевого использования бюджетных средств. За полгода палата провела 41 контрольное мероприятие. Проверила использование более 42 миллиардов рублей. Проводили проверки таких значимых программ, как переселение граждан из аварийного жилищного фонда, выдача субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, капитальный ремонт школ. Это эффективная работа. Ощущается, что на самом деле объективно подходите, комплексно оцениваете индикаторы выполнения действующих государственных программ, муниципальных программ. Главные распределительные средства, которые получают бюджетные средства, соответственно, обязаны публично, прозрачно провести все финансовые операции. По факту выявленных финансовых правонарушений в бюджеты разных уровней должны вернуться 56 миллионов рублей. За первое полугодие, получается, уже возвращено средств 37%, более 20 миллионов. То есть вся сумма теперь у нас будет контролироваться именно с конечным результатом, чтобы все интересы бюджета восстановить. Но это все-таки, я хочу отметить, значимый результат, потому что были годы, мы копейки возвращали, по крайней мере, на уровень 10-15%. Сейчас больше половины всех тех финансовых нарушений, которые выявлены, по факту возвращаются в бюджет. Судьба чувашского бройлера в новых руках. Исполняющим обязанности руководителя стала главный бухгалтер предприятия Валентина Михайлова. За несколько лет открытое акционерное общество «Чувашский бройлер» и динамично развивающееся предприятие превратилось в банкрота. За январь-май текущего года выручка от продажи продукции составила 55 миллионов рублей. Это в 5 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодняшнее предприятие около 600 тысяч поголовья птицы. Люди работают, поэтому для республики важно сохранить рабочие места. Предприятие должно стабильно работать, платить налоги и обеспечивать стабильную социальную обстановку в районе и в целом в республике. Сейчас в отношении предприятия введена так называемая процедура наблюдения при банкротстве. До недавнего времени ее контролировал временный управляющий Игорь Алимов. Моя основная задача – провести финансовый анализ, чтобы понять, какая следующая процедура должна идти за процедурой наблюдения. То есть можно восстановить платежеспособность предприятия или нет. Между тем, ситуация на птицефабрике продолжает ухудшаться. Недавно арбитражный суд Чувашской республики удовлетворил просьбу Алимова и отстранил от занимаемой должности руководителя предприятия Игоря Мяснякина. Временно исполнять его обязанности будет главный бухгалтер чувашского бройлера Валентина Михайлова. Были рассмотрены 3 кандидатуры. Значит, Минюст и Минсельхоз Чувашии поддержали одну из кандидатур, которая была и принята судом. Министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов отметил, что правительство предпринимает и будет предпринимать все меры для сохранения предприятия. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика. Полноправными юноармейцами вернулись наши ребята из оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-1», расположенного на базе учебного центра инженерных войск Минобороны России в Нижегородской области. В общекомандном зачете команда Чувашии заняла 2-е место. Самые сильные, ловкие, меткие и выносливые юноши Чебоксар, Канаша, Батревского, Канашского и Маргаушского районов в течение 17 дней защищали честь республики в состязаниях боевой и спортивной подготовки, показав в большинстве дисциплин лучшие результаты. Каждый день мы тренировались, чтобы пойти победить. В первый день мы одевали противогазы. Второй день разбирали автомат, стреляли из автомата Калашникова, из пистолета Маргулина, надевали РХБЗ. И так каждый день разные занятия. Очень запомнились уроки про часового, уроки с миноискателями и минным оборудованием.
Самым серьезным испытанием сборов стала эстафета «Гвардейская полоса». Она включала основные азы первоначальной армейской подготовки, в том числе подъемы, заправку кроватей, сборку-разборку автомата на время, переноску ящиков с боеприпасами, стрельбу и подрыв учебной мины. Но успеху всегда предшествует тщательная подготовка. Команду заранее надо посмотреть. Мы их собрали, где-то дней за 10 посмотрели на их физические данные, на моральные какие-то качества, сделали определенные выводы, что решили, что да, действительно команда такая боеспособная собралась. Но все же самое главное, чему научились ребята, это помогать друг другу в любых, даже самых сложных ситуациях. Вы уже готовите себя к самореализации в этой жизни. Вы уже трудности знаете, как преодолевать, препятствия знаете, как преодолевать, как нужно подставить локоть товарищу, это вы тоже уже знаете. Командный дух должен быть у каждого, кто в этой команде. Не будет этого командного духа, не будет сплоченности, не будет мужества, не будет уверенности в победе, этого результата не было бы. Только призовые места в эстафетах и соревнованиях. 5 первых, 3 вторых и 2 третьих. По итогам сборов наша команда заняла 2-е место, уступив юнормейцам из Пермского края. Родион Архипов, Александр Петров, Республика. Некоторые жители нашей республики неожиданно для себя обнаружили, что часть их земельных участков находится в охранной зоне. Теперь за квадрат размером 4 на 4 они несут ответственность и могут быть даже оштрафованы, если не будут соблюдать определенные требования. Как это получилось, разбиралась наша съемочная группа. Этим земельным участком Николай и Тамара Краснова владеют уже не первый десяток лет. О том, что участок какой-то особенный, чета знала всегда. Ведь в середине двора у Красновых красуется довольно большое железное сооружение. Эйфелева башня, как в шутку называют ее местные жители, не что иное, как государственный геодезический пункт. Необходим для проведения геодезических и картографических работ. Таких пунктов в республике насчитывается более 1700 штук. Их обследованием и учетом занимается Управление Росреестра по Чувашской Республики. В этом году специалисты ведомства приступили к установлению охранных зон на тех участках, где обнаружены пункты геосети. Росреестр проводит обследование пунктов государственной геодезической сети. Значит, ну, пункты у нас, как правило, располагаются в полях, на землях лесного фонда, иногда вот и как здесь, на частной территории. Всего на сегодняшний день нам удалось уже осмотреть более 600 пунктов геодезических. Значит, здесь трудность заключается в том, что люди из-за незнания иногда спиливают наружные знаки. То есть у многих пунктов наружных знаков попросту нет. То есть если здесь мы, например, видим многоуровневый сигнал, то некоторые пункты найти без специального геодезического оборудования даже не представляется возможным. И вот чтобы этого не происходило, мы, кадастровая палата, сейчас устанавливаем охранные зоны этих пунктов. И, соответственно, вносим эти сведения в единый государственный реестр недвижимости. С момента установки охранной зоны владелец участка должен соблюдать определенные требования. Он должен обеспечить свободный доступ к геопункту, охранять его от разрушения. Он не может без письменного разрешения проводить какие-либо работы на своем участке, если это может повлечь разрушение или уничтожение знака. Как утверждают специалисты Росреестра, узнать об установлении охранной зоны можно несколькими способами. Заказать выписку из единого государственного реестра недвижимости, посмотреть в личном кабинете или на публичной кадастровой карте на портале Росреестра. Участок под пирамидой уже готовят для включения в охранную зону. Как утверждает хозяин земли, он, как и прежде, будет заботиться о сохранности геодезического пункта и всегда открывать свои двери кадастровым инженерам. Дарина Игнатьева, Марина Иванова, Игорь Зверев, Республика. Верховный суд Чувашской Республики поставил точку в нашумевшем деле автолюбителя Сергея Белова. Летом 2014 года он стал виновником страшной аварии, которая унесла жизни 3 человек. Общественный резонанс вызвало быстрое освобождение по УДО, ведь на свободе он оказался меньше, чем через 3 года. В аварии погибли супруги. Их 3-летняя дочь умерла спустя 10 месяцев комы, а сын остался инвалидом. Сам Белов не пострадал, а экспертиза показала наличие алкоголя в крови. Тогда суд приговорил его к 8 годам колонии поселения, лишению прав на 3 года и компенсации в 2,5 миллиона рублей. Но уже в мае этого года Алаторский суд удовлетворил ходатайство Белова об условно-досрочном освобождении. В таком решении республиканская прокуратура выявила ряд несоответствий. Мы считаем, что суд допустил грубый
нарушение уголовно-процессуального закона. Ну, во-первых, суд не учел мнение потерпевших, которые, как мы видим, однозначно против того, чтобы Белов был ранее освобожден от отбывания наказания. Кроме того, на наш взгляд, суд ненадлежащим образом оценил данную личность виновного. Он неоднократно нарушал порядок и условия отбывания наказания в исправительном учреждении, за что ему было объявлено 5 взысканий. Адвокат Белова не согласилась с доводами прокуратуры. По ее словам, Белов полностью раскаялся в произошедшем. К настоящему моменту выплатил потерпевшей стороне всю необходимую компенсацию и даже успел устроиться на работу. Я считаю, что здесь нарушения норм ни Уголовного кодекса, ни Уголовно-процессуального кодекса судом не были нарушены. И поэтому я считаю, что прошу суд постановление оставить без изменений. Апелляционная жалоба потерпевшей и апелляционное представление прокурора без удовлетворения. Судебная коллегия Верховного суда вынесла свой вердикт. Постановление Алатырского районного суда Чувашской Республики от 22 мая 2017 года об условном досрочном освобождении осужденного Белова Сергея Геннадьевича от отбывания наказания в виде лишения свободы отменить и вынести новое решение. Удовлетворение ходатайства осужденного Белова Сергея Геннадьевича об условном досрочном освобождении от отбывания наказания, назначенного приговором Чебоксарского районного суда Чувашской Республики от 13 октября 2014 года отказать. Сестре погибшей в очередной раз пришлось пережить трагические события того дня. К счастью, суд оказался на стороне потерпевшей. Когда первоначально мы узнали о том, что Белова выпустили условно-досрочно, нас это очень сильно возмутило. Как так? Где же справедливость, что не отсидев 3 года из положенных 8, его выпустили? Сейчас, сегодня был Верховный суд на нашу апелляционную жалобу. Справедливость наконец-то восторжествовала, что закон на нашей стороне. Его обратно посадят. Спасибо огромное за кум. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Республика. Подозреваемые в убийстве женщины, которая пропала в Чувашии в конце июля, задержаны. Напомню, 39-летняя жительница республики приезжала в летний лагерь к сыну с неизвестным ему мужчиной, а сразу после отъезда перестала выходить на связь. Установлены обстоятельства безвестного исчезновения женщины, а также лица, подозреваемые в причастности к этому. Ими оказались 3 мужчин и 1 женщина. Местонахождение одного из подозреваемых было установлено на территории Республики Татарстан, а остальных на территории Пермского края. При этом у одного из тех, кто был задержан в этом регионе, имеются документы на 2 разных лиц с разными датами рождения. Более того, под разными именами он находился в розыске по уголовным делам о мошенничестве. Автомобиль, принадлежащий потерпевшей, был обнаружен на территории авторынка в городе Советске Кировской области. За это время его уже успели перепродать 3 раза. В настоящее время подозреваемые задержаны, с ними работают следователи. Чебоксары вновь встречают гостей. На этот раз международных экспертов в области образования, инвестиций, недвижимости, виноделия и ювелирных украшений. Все они приехали по приглашению магазина «Александр», чтобы поделиться своим опытом и поучаствовать в презентации уникальной ювелирной коллекции. Чебоксары – единственный город в России, где представлена коллекция уникальных украшений итальянского ювелирного дома Роберто Коэн. В ювелирном мире их называют мастерпис – шедевр или высокое ювелирное искусство. Коллекция «Венецианская принцесса» проводит в нашем городе несколько дней. Выставлена она в магазине «Александр». Украшения Роберто Коэн продаются в США наравне с коллекциями «Тиффани». А сам ювелир получил «Оскар» в мире ювелирного дизайна. Презентация проходила в рамках бизнес-клуба, гостями и экспертами которого стали бизнесмены из Швеции, Великобритании, Италии и Москвы, а также предприниматели из соседних регионов – Самары, Казани, Нижнего Новгорода и, конечно, Чебоксар. До начала презентации гости познакомились с чебоксарами. Экскурсия запомнилась. Город очень красивый, город очень уютный, зеленый. За время, то, что я находилась здесь, провели, компания провела несколько круглых столов, в том числе по образованию, по бизнесу и по инвестициям. Все прошло на очень высоком уровне, достойном. Среди приглашенных была Елена Малая, доцент кафедры градостроительства МАРХИ. Елена отметила, что Чебоксары ей очень понравились. В нашем городе, по мнению кандидата архитектуры, есть изюминка, и она готова предложить некоторые решения. У города есть потенциал необыкновенный, замечательный. Просто жителям города это незаметно, правда. А путешествуя по городу, мы очень много ездили и заметили, есть места просто потрясающие, которых в мире уже не осталось, действительно, в Европе. Очень красивые места. С градостроительной точки зрения, с красивым ландшафтом, зеленью и с замечательными маленькими речушками. Очень красиво.
Хедлайнером презентации выступил Тим Честер, признанный международный эксперт по вину. Он провел дегустацию лучших вин мира для посетителей мероприятия. Я больше 35 лет занимаюсь винами и знаю о покупке их, в том числе в супермаркетах, больше, чем кто-либо в этой комнате. Я знаю название, знаю производителей, год производства. Я знаю об этом все. Для настоящих ценителей современного искусства свои картины представила молодая художница Екатерина Речкалова. У нее нет профессионального художественного образования. Она пишет, как чувствует. Рассказывает, что все ее картины – это медитация. Рисунок рождается сам. Любимая картина Екатерины – «Рыбы в шляпе». Я имею свой взгляд, свое представление, и ломать этого я не хочу. То есть не хочу, чтобы меня научили, как правильно рисовать. Я рисую правильно для себя. На моих картинах можно увидеть моих знакомых и близких людей, мой образ жизни. И, пожалуй, это моя медитация. Я ни о чем не думаю, когда рисую. Рисунок сам рождается во время, то есть в процессе. Я не знаю, что будет на холсте в конце. Это просто я, холст и краска. Джеймс Пирсон, адвокат из Лондона и коллекционер, уверен, что картины будут иметь успех в Европе. Мне очень нравится, я готов показать их в Париже и Лондоне, и в Южной Франции. Это social art. Катя талантливая, она выражает свой талант разными способами. Это необычное искусство, в нем много эмоций. Думаю, картины вызовут интерес в Лондоне, если будет правильный маркетинг, и также в Париже. В Чебоксарах выставлена лишь часть работ, те, с которыми Екатерина готова расстаться. Посмотреть их можно в магазине «Александр». Есть среди представленных экземпляров и картины без названия. Например, вот это. Екатерина просит придумать название этой картине. За самое оригинальное и интересное художница обещает приз. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Олег Якимов. Республика. По территории Чувашии проходит автопробег «Дружбы» Берлин-Москва-2017. Акция, которая началась 23 июля, завершится 13 августа. В планах организаторов мероприятия 7 маршрутов через 40 городов России и в общей сложности более 40 тысяч километров пути. В каждом из городов их ожидает насыщенная культурная программа и торжественный прием, не исключение столицы Чувашии. 1 и 2 августа участники пробега посетят достопримечательности Чебоксар. Сегодня они уже побывали в Национальном музее. В акции принимают участие около 350 человек из 16 стран. Самому младшему 6 месяцев, самому старшему 78 лет. Участники акции, целью которой является налаживание культурных и дружеских связей между двумя странами, едут на легковых автомобилях, домах на колесах, мотоциклах и автобусах. Люди все нормальные, добрые, гостеприимные. Это везде тут в России. Это нам очень нравится. И что города красивые. В Чебоксарах сегодня открылся большой спортивный форум – чемпионат России по тяжелой атлетике. Спортсмены со всей страны в течение недели будут бороться за звание сильнейших. В турнире участвуют чемпионы мира, Европы, медалисты Олимпийских игр из 43 регионов страны. Всего спортсмены разыграют 15 комплектов наград. Атлеты соревнуются в двух упражнениях – рывок двумя руками, толчок двумя руками. Борьба идет жесткая, конкуренция высокая. Эти соревнования являются отборочными для выявления сильнейших для участия в чемпионате мира в ноябре месяце этого года. В престижных соревнованиях участвуют и атлеты из Чувашии. Анатолий Иноходов, Ирина Баймулкина, Наталья Хлесткина и Яна Мохина. Волнение всегда присутствует. Сколько бы соревнований не было за спиной, все равно переживаешь. Но мне кажется, так и должно быть. Этот старт сейчас для меня очень важен. Показать хороший результат и всех обойти. По итогам сегодняшнего дня Яна Мохина третья по сумме баллов в рывке и толчке. Репортаж с открытия смотрите завтра в нашем информационном выпуске. Спортсмены Чувашии не единожды становились членами большой сборной команды России. Сегодня в Чебоксарах устроили спортивный праздник для тех, кто 25 лет назад отстаивал олимпийскую честь страны в Барселоне. 25 лет назад знойным барселонским днем хрупкая невысокая женщина стремительно выбежала на дорожку стадиона Монжуик и понеслась к финишу первая. Позади 42 километра 195 метров. Именно такое расстояние составляла марафонская дистанция. Валентина Егорова завоевала свою золотую олимпийскую медаль на 25-х Олимпийских играх в Барселоне в 92-м году. На них наша землячка выступала в составе объединенной команды, в которую входили спортсмены государств бывших республик СССР. Спустя 4 года на Олимпиаде в
США. Она завоевала серебро уже в составе сборной команды России. В истории отечественного марафона олимпийский успех Валентины Егоровой до сих пор остается непревзойденным. Слабые, нехарактерные люди не могут побеждать. Они же последний вот этот подъем на гору Манджуик, это вот как наш городской Октябрьский мост, как всегда я поднимаюсь, всегда вспоминаю. Это надо было 200 километров, там вот такая под углом 45 градусов, эту горку надо было подниматься. Там просто сильный характер, наши чувашские национальные девочки могут только вот так с характером, силы воли. Валентина Егорова не единственная, кем гордится чуваши. Ровно четверть века назад в Барселону вместе с ней отправились студенты пединститута Алина Иванова, Владимир Андреев, студентка сельхозинститута Елена Николаева. Все они на тот момент являлись мастерами спорта СССР международного класса и дебютировали на играх в составе сборной СНГ. Я-то сам 13-й был. Потом вот одну Атланту пропустил, вторую Олимпиаду, третья Олимпиада у меня. Вот Сиднее. Третий был Австралии, Афинах, Греции, 7-й был. Спортсмены отмечают, спустя 25 лет они по-прежнему причастны к спортивной жизни республики. Сегодня у них была возможность наблюдать, как воспитанники детских садов участвовали в веселых стартах и получали свои первые медали. А школьники бежали в одном марафонском забеге с успешными спортсменами. И кто знает, может быть, именно эти ребята повторят успехи своих земляков. Сабина Вишневская, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире Национального телевидения Чувашии.